Норвегія оголосила про те, що надасть Україні 10 пускових установок NASAMS, а також 4 пункти управління. Наскільки це серйозно, наскільки це потужно? Ну, это как минимум 3 города можно прикрыть. 3 средних города, то есть даже 4, где-то 300 тысячников. Потому это довольно-таки серьезный подход. И большое спасибо немцам за такой подарок. Почему? Потому что очень хорошо себя NASAMS показали. Ракета АМ-120, это ракета воздух-воздух, F-16 нею пользуется. Этой ракетой. Просто дальность там около 40 километров по радиусу. Ну вот, можно сказать, с точки пуска этой ракеты, с этой пусковой установки в радиусе 40 километров можно перехватить любую, можно сказать, кроме баллистической, аэроцель. То есть хороший объектовый механизм для выполнения боевых задач. Его, кстати, можно использовать и фронтально, то есть исходя из некоторых параметров. Допустим, по правому берегу Днепра от Одессы до Запорожья можно расположить эти комплексы, тот же Херсон, перекрыть одесские порты, Николаев. Это довольно-таки серьезный. Вот такой подарок довольно-таки серьезный. На самом случае очень хорошо себя зарекомендовал. Еще раз повторюсь, это ракета, которая десятки лет летает. Работают и истребители, и ей главное целеуказание. То есть, по большому счету, доведена она практически до совершенства, сама ракета. Дальность, вот это только единственная дальность 40 километров. Но я думаю, будут работать над пороховыми ускорителями для того, чтобы забрасывать ее еще километров на 40. И тогда она показывала неплохие результаты, прикрывая уже целые районы. Но это в будущем. Это вот как отработали по СМПТИ. Итальяно-французском, взяли такую же ракету «Астер-30», добавили пороховой ускоритель, который разгоняет ее изначально стартово при выходе из тубуса. И дальше она уже идет за сотню километров. То есть примерно такая живучесть, скорее всего, ждет и NASAMS. Это следующий шаг. Ну і просувається голосування, пане Романе, в Сполучених Штатах Америки щодо 60 мільярдів в Україні. Проголосували ті республіканці, які були проти, вони отрималися. Тобто вони проголосували за те, аби далі розглядати питання допомоги Україні без, звісно ж, міграційного частини міграційної, де були саме суперечки між республіканцями і демократами. І зараз в Україні перебувають представники, конгресмени з перевіркою. І от республіканець Майк Тернер в Україні перебуваючи сказав наступне. Він запевнив, що допомогу фінансування в 24-му році Україні проголосують. От ці дії, танці вокруг допомоги цієї 60 мільярдів, вони дотягнуть до марта місяця, давая можливість Путіну втихую переізбратися, я би так сказав. Тому що якщо б было проголосовано еще в декабре эта помощь в 60 миллиардов, то с января у нас бы пошли бы серьезные поставки, и не было проблем ни в Авдеевке, ни в Бахмуте, ни в Купянске. И уже на левом берегу не тактические плацдармы, был бы один хороший оперативный с форсированием Днепра. Затяжка конкретная, она политическая. Скорее всего, в ней завязаны обе партии или политикум, по крайней мере, американские. Вот они 3 месяца дотянули, дотягивают именно до путинского переизбрания. Дать ему переизбраться. Это уже видно таким, ну, уже лежит на поверхности, что именно эта проблема. Проголосуют однозначно. 60 миллиардов мы получим. Только получим их после, ну, если имеется в виду, получим или решение, или, по крайней мере, поставки после 17 марта, после переизбрания Путина. Потому, ну, конечно, большое спасибо американскому политикуму за такое, спасибо, естественно, в кавычках, за то, что они так уж сильно обеспокоены судьбой Путина, чтобы, не дай бог, кто-то другой не прошел на управление Россией. Мы это понимаем, это ж мы тоже, американцы тоже это должны понимать. Мы это тоже понимаем, что они сильно беспокоятся за Путина, чтобы, не дай бог, он там нигде себе пальчик не прижал. Ну, выполним задачу свою однозначно. Пусть уже так, пусть в таком режиме. Просто дело в том, что каждый день у нас гибнут наши хлопцы, гибнут украинцы. Каждый день.
эти три месяца потом как-то вопрос поднимем, сколько у нас погибло или ранено было за эти три месяца, только из-за того, что товарищи американцы Путину решили такой зеленый свет на перевыборы включить. Но это американцы, здесь не надо обольщаться. Они могут думать за жизни американцев, о жизни украинцев, поскольку у них свои вопросы внутриполитические, ну, естественно, внешние вот такого уровня, когда таким диктаторам выгодно сейчас Америке, чтобы этот диктатор был, потому они его пока оставляют. Ну, посмотрим. Америка, Америка, нам свои рубить.